станете болеть от ковида, а внутри организма он поселится где-то в ваших внутренних органах, и вас доконает через 5 лет, через 10, через 15. Этого нельзя допускать. Поэтому самое суровое осуждение и наказание для Зюганова, Миронова, Толстого, Бероева, Пургиняна, Шукшиной. Там десятки и десятки. От эфира отстранить всех журналистов, ведущих, кто пытается говорить, что они тоже не хотят делать прививку, они тоже во что-то не верят. Дома сидите и эти байки рассказывайте своим близким. Если у вас всероссийский эфир, вы не имеете права ничего говорить, ни одного слова против прививок. Потому что это государственная задача. Это гибель людей. Немцы подошли к Москве. Давайте хвалить немцев. Стенки вас поставят за это. А вы сегодня рассуждаете, ходит кум королем, так сказать, вот он против прививки. Заткнись, сиди дома и молчи. Даже дома не имеешь права говорить. В социальные сети не имеешь права входить. Ты преступник. Все, кто выступают против прививок, это преступники. Ибо вы распространяете заразу, убиваете людей. Только самое худшее о вас нужно говорить, делать. И пусть власть принимает меры. Начните с запрета КПРФ и «Справедливой России».